Так, это Сатурн 22 августа 2000. Двадцать первого года в Харькове. Начал я с него. Снимать сегодняшнее полнолуние, потому как его вот прямо сейчас закроют тучей. Ну что ж ты так сбегаешь от меня, а? О, 1 миллиард 400 345 километров до Сатурна. 22 августа 2021 год, Харьков, 22:58 по Киеву. И вот это вот закрывает нам Сатурн сейчас облако. Он все мутнее и мутнее становится. Но зато у нас кармашек в облаках образовался. Я сейчас сниму Юпитер, на котором я, елки-моталки, только что снял в предыдущем дубле. Начал свои стенания по поводу того, что всего один спутник Каллисто виден сейчас справа. Луну видно было, да, смотри? О, как красиво они. Юпитера, Луна. Мимо. Так. Начало свои стенания, что только один Каллисто виден справа от Юпитера, остальные спутники не видны. Ио за Юпитером. Ганимед и Европа прямо перед Юпитером. Слушай, а вот уже и Ио выпался за Юпитером. Ну это просто... Так в предыдущем дубле совершенно четко, вот сейчас я вижу, вот чуть-чуть ниже, чем Ио, который уже слева от Юпитера, на уровне прямо ближе к центру. Юпитера. Ну, абсолютно точно я вижу Ганимед, и чуть-чуть правее него я в прошлый раз видел Европу, сейчас пока... А, все, рассмотрел. Вот классно, как это ветер, ребята. Ну, ты ничего не поделаешь, сейчас перетерпим. Маленько. Да, думаю, я буду один дублю, ты ее второй. И никак не хуже, у нас теперь ее еще есть. Так, значит, если, очень надеюсь, это будет видно на мониторе. Ёлки-моталки. Я вижу, мало того, что Ганимед, я вижу тень от него на Юпитере. Вот это да! Вот это номер. Я это... Так, значит, сейчас справа это Каллисто. Вот я сейчас выдержку увеличил. Справа Каллисто. Он сейчас будет касаться экрана. Слева от Юпитера это Ио. А прямо посередине практически Юпитера, чуть-чуть левее, черная точка, это Ганимед, а чуть-чуть правее от центра на самом Юпитере. Ну, очень тускленькая блямбочка. Европа. Ой. А, ну Европа, да, все правильно. Уменьшаю выдержку. Это чуть-чуть добавит контрастности. Ну я точно, ну я надеюсь, но 100% должен быть виден Ганимед. Черная точка ниже. Полоса экваториальная, самая мощная, толстая, чуть выше центра Юпитера. Какая прелесть! И ниже этой экваториальной полосы и левее центра очень четко точка Ганимеда. Она сместилась с предыдущего дубля чуть-чуть правее.
И эти глазки на личике. Ну, то есть, получается, натурально глаза на этом круглом лице. Как будто в банде, в такой, в маске, как у ниндзя-черепашки. Обмотаны глаза и два зрачка. Ёлки-палки, это просто восторг какой-то. Да, Европа скоро выползет справа, если я здесь еще поторчу маленько. Ох, пусть полная луна на нас не обижается, я просто не могу оторваться. У меня в окуляр просто чудеснейшие виды. Я вот прямо три спутника сейчас, ИО, Европа и Ганимед между ними. Они три спутника на абсолютно одинаковом расстоянии друг от друга. Просто два на фоне Юпитера, а ИО уже слева от Юпитера. О, сейчас закроют. Сейчас закроет тучка. Все, закрыло. Хорошо, побежали. Ну, то есть, не хорошо, конечно, но огромное спасибо матушке природе. За то, что такую красоту дала нам посмотреть. Вон Юпитер, посмотри, какая мощная штукенция. Даже через облака пробивается. Ладно, давай посмотрим Луну, пока ее не закрыло тем же облаком. Ну, дозированно выдает нам. Насладиться зрелищем. Боже, как я доволен. Какой кошмар. А я еще думал, идти или не идти, такие облака. День был насыщенный, как и предыдущий. Но это того стоит. Так, это ISO-400. О, сейчас Сатурн опять вижу, он опять вынырнул из облаков. Да, линия терминатора, конечно, колоритнее всего. Сейчас круг по что-то сделаем по луне. И опять у меня в голове в пещере Горного Короля играет Бергюнд. Ой, какая красота. Ладно. Сейчас, наверное, на других ИСО поснимаю еще. .23.06 по Киеву в Харькове, 22 августа. .22.02.2021. Какая красота. Ладно, хорошо. Надо себя заставить остановить съемку. Прекрасно. Просто великолепно. Сейчас будем снимать Луну на ISO 125. А там, глядишь, и Юпитер получится.
Упс.